Сегодня день рождения нашей подруги Ли, и мы сегодня здесь, в игровом аркадном месте. Будем отдыхать. You wanna shop on Melrose? Здорово, Руслан. Здорово, Веня. Вы помните его, друзья? Как можно забыть его просто? Конечно, да, мы здесь сейчас крутые чуваки, катаемся в Лос-Анджелесе. Незабываемый парень просто. Мы слушаем шансон здесь, и мы сейчас едем покушать в русский ресторан. Мы в один уже заехали, в котором мы были 2 года назад. Мы с ним решили, что это было 2 года назад, да. Вы помните видео. Нас туда не пустили, сказали, что слишком американизированные вы уже. Нет, там просто забито было все. Видимо, сегодня популярная русская ночь. И мы сейчас едем в другой, который называется Каштан. Это был трактир. Мы сейчас едем в другой, который называется Каштан. И посмотрим, сейчас там занято или нет. Вот, мы будем держать вас в курсе событий. Нет. Поехали. Я помню, как мы с тобой дрифтанули, когда мы из Сан-Франциско возвращались. А вы вообще его не ожидали, да? Я просто сделал. И Тревор такой, боже мой. Да. Испугался так Тревор вообще. Здесь можно парковаться, да? Two-hour parking. 2 часа. А сегодня что, суббота? Да. Saturday 8 a.m. to 8 p.m. Да нормально. Ну еще, ну, успеем. Так и нормально все. Нормально, 2-hour parking. Да. Успеем. У нас небольшая остановка. По пути мы взяли гречку. И Руслан себе взял мороженку. Да. Называется ресторан Urban Dacha. Ташкент. Все, готов? Конечно, сейчас все будем кушать. Поехали, поехали. В каком ты классе был, когда сюда переехал? В шестом. И читать умеешь до сих пор? Да, читать до сих пор умею по-русски. Стараюсь. Уже, правильно, если честно, русский чуть-чуть завал. Вот когда Веня видишь, не могу по-русски. Да, у меня так. Встречаюсь, но вот когда Веня встречаюсь, то тогда обратно в русскую. Ага. И ну, практикую, короче. Ага. Компот вообще просто ништяк. О. Первое, это котлеты куриные с гречкой. У Руслана шашлыки куриные с гречкой тоже. Все, супер. И борщ тоже потом должен будет прийти. И вот оно, главное блюдо этого вечера. Борщ. Борщ. Ребята, сейчас будем борщ. Борщ. Приятного аппетита вам всем. Все, кто там борщ кушает. Да, да или просто даже или не борщ, просто. Так, да. Все, давайте кушать. Let me try.
My turn. Oh my god. My turn. My turn. It's because of me that he got it. If he gets it. I'm gonna do it. Ну и вот мы снова на работе, давайте подниматься на 17 этаж, нашу школу, Columbia West College, где я работаю преподавателем. У нас каждый четверг тесты, поэтому я сейчас буду делать копии тестов для всего класса, для каждого урока. Поехали. Because like, who else, you know what, but you should ask Trevor, because Trevor teaches advanced grammar. Put his platinum card on a fishing line, reeling 10 chicks hotter than you. Thanks, I feel a lot better. I think I'll get that drink now. Okay, guys, I gotta say something. Do we really need more? Oh, come on. This was a great trip. We should have something to remind us of it. What do you think of this blanket? It's beautiful. It is. Move it over a little. Скушано, скушано, выпито, еда вот так вот пригоняет к тебе на конвейере, ты берешь то, что тебе нравится, и готовят прям здесь вживую, представляешь, и потом они считают по количеству тарелок, и у каждой тарелки есть свой цвет и свой, своя цена. Я хочу этот монитор, но у меня, боюсь, нет места на рабочем столе. Я не знаю, купить его и разобраться потом, или сначала разобраться, потом купить. Потому что, ну, если захочу, я освобожу, конечно, но... Это, короче, прям прекрасная альтернатива. Вместо двух разных мониторов просто взять один широкий и разделить на два экрана, там, рабочее место, там, допустим, видео монтировать, там, или здесь, там, ну, сам интерфейс, тут, ну, превью экран. И то же самое с музыкой, там, ну, для меня, мне по-любому нужно два монитора. Но для двух у меня точно нет места, а это прям четко. Наше приключение в магазине Target. Figure it out. Oh my gosh. Do you want him? Okay, put him back then. Put him back. Don't look at his face, because it's cute. It's a trap. Did you really do that? I did. Я не могу его оставить теперь там, у меня выработалась к нему теперь эмоциональная связь. We really don't need it. Okay. That's okay. Here we go. Like, brought him into our life for like 5 minutes. Put him back on the shelf like he was nothing. Yeah, let's get this one. Does this detach? Yes, so you can like wash it and stuff. That's insane. Where are you going? Don't get, no, wait. Why? No. Oh my god, it's so far.
Став! Ну и куда она делась теперь? О май гад. Okay, come on. Back to the baby Al. We're gonna get him a change of clothes. Yeah, we're gonna get him a change of clothes. What do you think his size is? Like 6 years? Five? Like four. Four? I think four. Okay. Здорово, петухи! That is cute. Can we get it over his head? It's gonna be, it's too long. It is. What are we gonna name him? I thought you said you had a name for him. I did, but I don't think it's good enough. Venue Junior. Oh my god. Доброе утро, мы сейчас пойдем на новой кофемашине делать кофе. Я вообще очень-очень хочу уже это сделать. Так, кружка. Погнали! Вот уже который год ты листаешь ролики Motivation, Inspiration, как стать трудоголиком, но лосы поныне там. Ты с усердием землекопа копаешь в сторону гроба, где лежит твой талант, успех и свобода. Ну что, дружок, полная жопа. Буду краток с тобой, я и честен. Все эти даже не дни, а месяцы, так же бесполезны, как мусор на лестнице. Мозг человека не хочет работать, потому что боится сдохнуть. Он мал как Ленин, а просит денег как Росавтопром. Как ты тут что-то построишь, кроме как коммунизм да Газпром? Так вот, чтобы с этим бороться, ты пойми, что все очень просто, нет никаких тайных заговоров или оргазмичных излияний логаутов. Есть лишь простое осознание, что в тебе имеет место двойственность сознания, что все твои крутые порывы, что сумел породить ты, будут сразу тобой же душиться. Мозгу проще так житься. Ему не важно, суждено ли твоей мечте сбыться. Только четкие планы, отвага, понимание, что это действительно надо, и мгновенная реакция зада, что идет безотказно, выполняет приказы, вот единственное, что тебе надо. Я не идеален, так же, как и ты, и если честно, 99% времени я хочу дать себе пи***ы, ведь нельзя так лениться, просирать свой потенциал, предавать то, что в тебя вкладывали, понимая, что доверие не оправдал. Я склоняю шляпу перед теми, кто регулярно делает маленькие шажки, пусть ноги у вас короче, но Гулливерова в итоге дадите. А сейчас обращаюсь к себе я. Ты стоишь у стенки, старик. Твое завтра уже наступило. У тебя есть буквально миг. Отдавая приказ, чтоб стреляли. Или спасись и спаси других. Раунд.